И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, отжимаем паузу. Я смотрю, у меня прям еда начала здорово проседать. Что вы там завершили? А, поле? Отлично. Ну, в принципе, 4 они дают, да? А здесь, там, где по одному человеку работает, тоже 4. А разница во времени? Ну, да, тут, конечно, не сравнишь. У нас 1 час, а здесь... Не думаю, что от количества людей, которые работают на поле, зависит время созревания. Тут зависит время обработки и уборки посевное сначала, в смысле засеи там это. Но никак нет роста. Не знаю, есть ли смысл, по-моему, нет смысла 2 человека держать. 1, да. 2, не вижу смысла. Так что по строительству у нас? По строительству, как всегда. Ух ты, 14. Ну пускай делают, у нас много людей. Нам надо еда, это факт. Так, еще, говорит, минус. А это что такое? Ой, а я, блин, случайно строитель убрал. Не-не-не. Ага. Вот теперь вот так вот. Почти. Почти. Уже. По одному. Потому что я не вижу смысла в 2 людях. Там не такой большой участок, чтобы столько держать людей. Понятное дело, вдвоем легче, чем одному ковыряться. Ты куда? Студент. А ты ничего не путаешь? Не, у тебя машина на... Зачем нужна? Алло. Студент, я говорю, тебе эта машина зачем нужна? Чтоб ты пешком бегал? Я же тебе машину дал, на кой? Походу, что-то... Глюкнуло, не знаю, почему они машину бросили. По привычке, что в натуре. Так, а у них все забито. Тогда едьте. Идите домой. Давай на склад. Ну ладно, давай к этому складу, он тут ближе. Теперь у каждой команды есть по тачке. Это хорошо. Угу, эти тоже ищут. Что с нами в машине? Вот так у вас под завязочку все, ребята. Сейчас они вот там что-то там возьмут и... А там ничего больше не было. Ой, как-то у меня так все странно обозначено. Не что все... А, нет, все нормально. Как раз не странно, все хорошо. Так, что там у нас? Это же они же. Они же. Вы машину забрали, Ордес? Это ваша машина, я не понимаю, чуй. Они не признают эту машину, алло. Заправьте ее, отремонтируйте ее в конце-то концов. А, уже не получится отремонтировать. Уже не получится, все. Но зато мы заправились. Так. Давайте-ка, ребятки, вы пойдете что-нибудь где-нибудь... Сопрете. Вот у нас медицина. Давай в другую сторону пойдем. Тоже медицина. Что-то неизвестное. Может быть, все что угодно, да? А это что? Ящики. Мы тут далеко или насколько это далеко? Да я бы не сказал, что для машины это не очень далеко. Пешком идти, конечно, далеко, а вот. А это что? Пекарня. Семена. Ну хорошо, давай вот сюда, я не знаю, что это такое. Роджер. Какой Роджер еще? Поехали, Роджер. Ну понятно, что это типа принято или как что-то типа того. Или волняем. Ну, короче, да. Ну только не Роджер.
А вот еще полицейское участок. Может, вы лучше сюда заедете? Нам автоматы нужны, да и вам тоже. Автомат — это сила. Это я не пипил с пистолета. Ну-ка. Че нашли? Блин, какой-то маленький полицейский участок. Или это не полицейский вообще был? Заброшка какая-то. А, магазин. Что нашли? Но автомата там нет. Эх, к сожалению, нет. Ну ладно, нет так нет. Что у нас по идее? 50. Не густо, согласен. Я уже провтыкал то место. Это аптечки, это не то. Блин, куда же я ехал, а? Может, ты перепутал аптечку? Наверное, я перепутал аптечку. С полицейским участком. Не исключено. Так это... Ну, это все ладно. Это тоже аптечка. Блин, серьезно, я перепутал... А, не-не-не-не-не, во-во-во. Давайте, ребятки. Что там у вас клир? Ну, какой клир? А это что? Кому оставили? Пистолет, обои мои три... Они вернутся. Должны вернуться. Опа. Орда! А вы где? А вон они. Тай, я тебя прошу. Он с другой стороны реки. Странно, они в дом, что ли, вошли? Опять. Так, операция. Мы обнаружили следы перестрелки и тела примерно 10 зараженных. В них стреляли из оружия крупного калибра. В голову и очень метко. Тот, кто их прикончил, настоящий профи. Это меня настораживает. Да, следи за собой там. Короче, будьте аккуратнее. По-простому, что там говорить-то. Да, полицейский участок. Ну, значит, у них есть снайперская винтовка крупного калибра, либо с пулемета их осили. Хотя вряд ли с пулемета. Чё это? Дождь идет, прогноз. Это, ладно, с вашим прогнозом нужен мне тут. Как за это пятая нога. Тут главное, чтобы снег не пошел. Это что у нас? О, учебники. Учебники, это хорошо. У нас, блин, с этим делом вообще беда. Ну что, нашли два патрона и больше ничего. Классика жанра. Let's do it. Давайте книжки хоть поищите. Здесь, потом здесь. Опять не та кнопка. Хорошо, пускай будет так. Потом сюда, сюда, сюда. И вот топливо заберете. Остальное все неизвестно. Так, что там с этой вторая машина? Блин, там кто-то прошел, я за это только заметил. Вниз обратно. Это же они же, блин. Что-то я начал их путать. А когда они были без машины, я их не путал. А теперь... Нейтральная группа. Ну, пускай себе нейтрально дальше идут. Я как бы ни на что тут не претендую. Особенно на ихнее добро. Это хорошо, что они по 4 человека ходят, а не по 15. Так, они дом заняли. Они тоже обчищают все, получается. Может, мы тоже туда зайдем, а? Потом туда-туда. А может, потом еще вот сюда зайдете? Вы там хоть что-то нашли? Три книги. Ну, уже неплохо. Уже неплохо. Хоть три книги. Да, тут действительно одни только... Девушки. Ну, не все девушки, наверное. Неважно.
Блин, тут еще... Чисто, говоришь, что-то несете? О, консервы взяли. Ну, давайте. Блин, вы не можете на машине туда подъехать? Ну, серьезно. Нахрена... Ой. Просто сядьте в машину, подъедьте в соседний дом, чтобы носить. Через, блин, через... метров за 100, блин, таскать на горбу это. Ну, это ж, блин... Странно, как минимум. Птички полетели. Они все еще там. Так, скорее всего, либо уже ушли. Блин, да, я что-то тупанул. Надо было на них сразу навести. Что не осталось? А что вы нашли? Ничего, классно. Не может быть такого, чтобы ничего не нашли. Роджер говорит. Ладно, давай. Что тут у вас? Внутри, в смысле, у них в карманах ничего нет, а здесь вон, еда, пистолет. Машина, конечно, пошарпанная, но она ездит. Это что? Нажми тебе, скажите там. Да не надо мне ничего там скрывать, закрой. О, консервы еще осталось. А в машине место есть? Кстати, нет. Значит, мы этих выживших уже не сможем застать. Пока мы здесь полутаемся, пока заберем эту консерву. Сначала наоборот, заберет консерву, потом сюда пойдет, а потом только сюда. А их уже здесь не будет. Ну, ладно. Опять входящие. Что хотите? Так, у нас с едой пока не очень. Ну, давай... Пока примем, конечно. А вот они идут. Ну, тут карта не маленькая, если так посмотреть. Вообще ни разу не маленькая. Кстати, вообще никто ни разу тут не заходил в это здание. Ну, я тут много им работы, конечно, надавал. Они вот заборы строят. Здание. Лаборатория. Что тут у нас? Сколько книжечек? 5. А здесь? Да. Я пока еще ничего... А, подожди, они же везут книги-то. Во, 3 книги, неплохо. Разгрузились и вперед. Вот. Уже, кстати, построили. 1200. А это деревянный забор? 600, наполовину меньше. Причем реально... О, тут уже даже... Вот тут только осталось с гулькин нос. А, это не вот этот поворотик. Да, получается, я потратил лишний ресурс. 7, ты шутишь? Это я столько провтыкал. А сюда тоже вообще ничего не носил. Ну ладно. Ну потихонечку мы свой периметр окружаем между домами. Это людишки бегают. Вот, что это такое? Это сгоревший дом, наверное. Дотла. Я вижу металл. Это ты выбрал кирпич. Металл. Вот. Блин, каждый раз надо по-новому это назначать. Ну, металл нам нужен в любом случае, потому что производство оружия требует металл, как минимум. Поэтому сборка металлолома не прекращается. Ну и деревья. Деревья тоже. Вот тут прям хороший такой кусочек. Давай поставим на сборку деревьев. Вот здесь этот пятачок вырубим. Вот так вот. Ну еще вот чуть-чуть вот здесь. Во. Уберем этот квадратик. Отжимаем паузу. Апрайдер. Мы закончили с этим зданием. Вот и хорошо. Так, что у вас? У вас есть...
Топливо, это хорошо. По идее, сейчас машину они должны Да, они полностью заправили машину. Ну, это хорошо, они там что-то закончили. Да-да. А куда вы поехали? А, это они, в смысле, здесь машину ставят? Машину ставят и пойдут пешком. Никого нет. Я же говорю, что пока мы надумаем, они уже уйдут. Конечно, тут ничего нет. Нет, что-то осталось, патрончики. Коробка патронов осталась. Ну и на этом спасибо. Еду они забрали, конечно. Я думаю, что, может быть, они сюда пошли. Паузу нажми. Сюда. Возможно, где-то здесь они. Ну, по логике вещей. Как минимум, ближайшее здание это вот это. Но все равно очень много времени прошло. Скорее всего, они уже... Да, там тоже никого нет. Они ушли. Возможно, они просто ночевали, а пешком пошли куда-то там. Все? Ну, у вас еще куча места, если куча оружия. Ну, как куча? Аж целый один пистолет, но патронов зато много. А, вот, я не понял. А кто это будет подбирать? Я, что ли? Вот еще здание, алло. Студенты. Ничего не путайте. Так, это уже конец карты. В эту сторону что-то есть? Да, кстати. Ох, ё-моё. Столько всего. Ну, после этого здания можно вот... Да, кстати, еда капитально проседает. Сюда потом вот эту вот еду лутайте. Все, что связано с едой. Серьезно. Пока мы там что-то там вырастим, это будет капец, как долго. Clear. Clear Sky. А кто это? Что вы там делаете? А, на этой схеме было показано, как будто здесь река, но это не так. Так, ну что там? Так, они сделали книжки. 9 уже неплохо. А у вас сколько? Еще 6 часов, это долго, вы не успеете. Нет, уже скоро скажу, заканчивайте работу и все. Ну, хорошо, давай посмотрим, что я могу сделать. Вот, допустим, удобрения. Они уже изучены. Хорошо. Так их надо строить, что ли? А ну, подожди. Сарай, поле, нет. Это просто конструкция. Антера, центр исследования. Не знаю. Пока нет. О. Дом. Дом было бы, конечно, неплохо, потому что убежище это... Да, это не дом. Так, склад, столовая. Кстати, сколько у нас этих всех прибамбасов? Вот и что там можно увидеть? Семь колосков у нас есть. Мало. И 4 мяса. Откуда мясо, кстати говоря? От курей, точно. Мясо у нас от курочек идет. Кстати, да, вот сюда зерно. Отдача. Оставшее время производства. Это получается удобрение. Хорошо. Вот-вот, скоро, как говорится. Да, 7 часов. Еще вообще ни разу не скоро. Так, у вас есть чем заняться пока еще? Вот в этих нечем. Или наоборот. Скорее всего, наоборот. То есть они опять хотят пешком идти. А, не. Это не так. Они сейчас облутают этот дом. Сядут в машину и поедут туда. В любом случае, должны сесть на машину. Потому что как минимум нереально. Сельская... А. Что построили? Заборчик, это хорошо.
от уточки. От уточки у нас 5 часов. Входящие передачи. Давай еще выжив, еще разочек возьмем. Вроде бы еда. Ух, блин, еда реально проседает сильно жестко. Ух, ни хрена себе, сколько их там. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, что ли. Тут с этой стороны вот 4, 3. Это один или два? Нет, это два. Ну, много. Обычно их четверо идут. А тут аж такая толпа, прям как зомби. Мы точно люди? Ну, вроде пока ни у кого там никаких подозрений не возникло. Вроде как. Так, 9, говоришь? Ух ты, а что это у нас так? Давай сюда добавим десятку, чтобы было. А сюда всех остальных. 35 человек. Рубайте дерево. Разбирайте здание соседнее, где вот-вот. Там один человек вообще работает. Один! Серьезно, один? Так, подожди, а где удобрение буду брать? Вот оно. Вот оно, получается, ветка. Но заблокировано это все. Вообще все. Это все по сюжету должно происходить. Так, стоп. Нет, это... Опять же. Химия. Базовые знания химии о химических реакциях и их применении открывает путь к развитию других производственных технологий. Хорошо. Вот и удобрение, кстати говоря. Ну хорошо, он говорил, давай тогда просто у них книжки там делают они. Это ж такая проблема, что она слетает, если ты другую миссию выбираешь. Запись они свои не делают, получается. Странно, очень странно. Так. Куда там собрались уже идти? Говендер. Говендер. Смотри, забили прям по завязку. А почему машину не заправили? Just do it. Что-то я сделал не то. Роджер. Roger. Эй, в машину вернитесь. Going there. We're on the move. О, хорошо. Reporting. Ты водишь, ты стреляешь. Что там у тебя? Да ничего, пока они, блин, сержантом не станут. Ничего у него, блин, не происходит. Клер. Так, хорошо. Карту надо включить. М. Кстати, полицейский участок. Алло? А где это хоть находится? Ага. Но их не так мало. Не так много. Я так скажу. Перепаркуй машину, лучше будет. Блин, почему с машины поехали? Ладно, не важно. А вон зомбари. Это не есть хорошо. Ну, потому что если что... Я же специально машину оставлял чуть подальше. Just do it. Так.
не подпускаем близко. давай сюда. О, не-не-не, дружок, ты что-то выбираешь какую-то тему, не ту, которую нужно. Сюда. Потом выстрелишь. Роджер, говорит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Провтыкал. Но не получится сейчас в любом случае. Уже получили. Ой, это ты прям... Не, нифига себе, он так далеко бьет. Так, вроде как будто бы и кричат, только что-то как-то ты... Ага, четверо осталось. Чуть-чуть проедемся. Я думал, они не пройдут, они нифига, но сближаются и все, хоть и треснет. А, там, я думал, он один. А он нифига не один. Хорошо. Давай, жрот, вы здесь поищите. И домой. Так, ну-ка. В смысле ресивер? Ты что-то мне одно и то же показываешь, а? Так, а где крик-то? Крика не вижу. Слышит, конечно, слышал. А что стоим? А где ваши... А, вот они. Хозяева. Школу обносит. Так, что там? Ничего. А что можно получить? Магазин для или ресторан. В смысле магазин, наверное, кошелек или ресторан. Да, в общем, ладно. Перевод тут еще тут такой кривой. Но главное, что он есть. В других играх даже этого нет. Если что. Ну вот, кстати, заборчик. В смысле, сарайчик можно разобрать. Сколько в этом здании? 1475. Ну, это явно больше, чем у нас на базе. Ух ты, карта уже конец. Причем реально конец. Ну ладно. Кашляет, алло. Ну типа слышим. Так, я вас слышу. This is the infection-free zone. Thank God. I've lost all hope. Я потерял всякую надежду. I need help. Мне нужна помощь. I'm sick. Ой, я болен. На голову, наверное, болен. Так. Вы укушены? Have you been bitten or scratched by an infected? No contact with them. Никакого с ними контакта не было. А если и был, я прожил много лет, и у меня иммунитет к... Так, ваши симптомы? Никаких. Вообще, если человек один будет находиться, он вряд ли сможет простудиться. Так, ладно. Лечение. Какая помощь? Need...
Находится кашлем, лечение. Да, конечно. Мимо меня как закончились. Я дам за них. Так, хорошо. Что у вас? У меня есть еда. Я складывал ее, как кашляет. С самого начала. Мясные консервы, супы, всякое такое. А еще у меня есть патроны и пистолет или два. Так, красные глаза. Нет, конечно. Мои глаза в порядке. А вот я когда болел, у меня глаза были красные, как у этого зомби, блин. Кроваво-красные. Как будто мне в каждый глаз тыкнули пальцем или чем-то там. Да. Нет. Не, еда. Едва могу ходить. Мне нужен кто-то. Кто, кстати, прошлый, когда в Бетке я выбирал эту миссию, я брал ему медикаменты, но помочь не смог. Возможно, сейчас это дело проканает. Где вы находитесь? Элементарный вопрос. Я тут. Окей. Ладно, на карте это место должно... А, ну, так, ну, кстати, между прочим, не так уж и далеко от... Кто это, блин, возле нас бегает постоянно? Широта, долгота группы. Ну, хоть они не красные. В прошлый раз, когда я их убил, они были враждебны ко мне, но... Сейчас мы от них откупились. Где ты? А, вон они. В доме сидят. Ну, ребята, ну вам повезло. Что он хочет? Так, отправить отряд на помощь больному выжившему. Ну, может быть, аптечка, наверное, нужна, нет? Ну, серьезно. Мы можем с собой взять... Так, можем с собой взять. Ой, это я не это наж... Ладно, заходите, да. Так будет даже лучше. Все, во-во-во. У нас есть вот... аж 6 аптечек. Я не знаю, что ему надо. Давай возьмем... Не, он говорил, что еда у него есть. У нас, кстати, кирпича очень мало осталось. Ну как мало? Хватает пока, но... Вот, кстати, металл у нас вообще дохренён. Я меньше всего им пользуюсь. Хорошо, тогда берем 6 аптечек. В смысле 6. Ну, 2. 4. Я уже просто знаю, как их забрать. Потому что в прошлый раз я их просто провтыкал. И как бы 12 уже у нас. Так уже скоро нам будет пора. 4. Надо с удобрениями что-то разобрать. У нас... Ты чё, не назначил исследование... Про удобрения, студент. Давай. Пускай работают. Так, хорошо. Берем вас. Закидываем в машину. Гоу. Ну куда? Роджер, блин, садись в машину, говорю. Роджер, давайте сюда. Вот этот домик. Давайте, нет, не занимайтесь ерундой. Ну там рубит. Область частично, но нам не показывают где. Кстати, они прям внутри базы. Серьезно, мы они прям, у них прям 100% проход без всяких проблем. Ну, ладно. Вот это я бы тоже даже вырубил. Древесинки, кстати, у нас не так уж много, чтобы много. Ну вот так. Еще металл.
Хоть с металлом у нас тоже не очень густо. О, ух, етить колотитус. Разбирай, не хочу. Так, ну давай еще эти. Собирательство кирпича. Где-то тут по-любому должно быть что-то разваленное. Не знаю, я отметил, не отметил. Давай вот здесь. Не, ну тут кирпича я не вижу. Разрушенных зданий нет. Здания, конечно, можем разбирать самостоятельно. Ну ладно, пускай едет пока что. Так, что у нас по этим построителям-то? Ноль. Фильмера 8. У нас 4 с одной стороны, 3 с другой стороны. Это 7. А откуда еще один взялся? Или я что-то напутал? Да нет. А почему 8? 3, 4, 7 должно быть, а не 8. Ну тогда иди в баню один. Иди занимайся чем-нибудь полезным. Так, а что мы дальше будем делать? Ага. Будем разбирать в округе все. А что бы нет? Давай, вот эти дома, короче, все под ноль. Под снос. У нас много рабочих рук было когда-то. Теперь надо добавить туда людей. А, подожди, это рабочие. Все, понял. Занимаются этими именно разнорабочие, а не строители. Все. Тупанул. Так, вот они приехали. Ой, кого-то убили. Мы добрались до выжившего, но было слишком поздно. Он напал на нас, как только мы вошли в комнату. Ну да. Ну, ложишь. Подожди, а где те аптечки, которые я с собой взял? А, вот они 4 штуки. Не, ну там у него нормально так запасы, я так скажу. Какой Роджер, идите... Понял. Везите это все на базу, пожалуйста. Вот куда-нибудь вот сюда. Roger. Давай, а потом вернетесь сюда же. Во, через Shift. Через Shift отлично работает. Так, что там у нас вторая группа, которая... Где-то есть. Receiving. Ух ты, орда. Ага, а мы уехали. Так, ну мы возим еду. Кстати, да, еда, мягко говоря, не особо-то приближается, в смысле увеличивается. Так, подождите. Вот. У нас много собралось. Или немного. Сколько у нас этих костей? Ну, 12. Не сказал бы, что мы кури... Мы же курей кормим, еще и мясо есть. Хорошо. Так, получается, сколько тогда у нас мяса есть? Мит 6 штук. Ну, давай переключимся вот сюда. 5. И накинем сюда 2 человека. Отсюда уберем 2. Отсюда добавим. Во. Ну, давай 3. Отсюда еще откинем одного человека. И пускай будет... О, готовьте супчики. Мясные бульончики. Разгрузились и ушли. Так, а у вас... Ни у кого даже в звании еще нету. Ну, они мало... Мало участвовали в битвах. И получается, вот эти здания я могу разбирать и ставить здесь забор. А смысл? Не знаю. Сколько в нем там внутри чего есть? Ну, дерево, металл. Ну, нормально что-то есть. А вам бензина точно хватит, или я потом буду с канистры бежать к вам? Приближается рой? Где? Уж извините, не вижу. Слушай, а нас точно могут выпустить за пределы границы? Потому что я не...
У нас только маленький квадратик, а вокруг смотри, сколько всего еще есть. Миссия какая-то есть? Нет, ничего нет. Не знаю. В демке я не мог выбраться. По крайней мере, я не доиграл до того момента, когда я смог выбраться за пределы. Скорее всего, может быть, этого ничего не было. Не знаю, короче. Мне не удалось доиграть до этого момента, пока вышло одно обновление. Ну что вы там, ребятки, вы забрали все? Какого хрена? Вы там сидите? Все заберите. Во. Орда рядом. У вас есть целый автомат. Надо вам качаться. Давайте сюда. У вас даже патроны есть, отлично. Открывать огонь по готовности. Давай сюда чуть-чуть отойти. Грохнули кого-то. Дальше по улице. Блин, не успеют добить. Ну давай сюда. Придется между зданиями проехать. Опа, нас бьют по базе. Так, подождите, где я там что лутался? Наверное, где-то здесь. Роджер, так, хорошо. Нашу базу хреначит. Вот это вот совсем нехорошо. Ну, в принципе, она еще держится. А там не так много, да? Да нет, как раз... Как раз много. Ну, не тают. Зомби, я имею в виду. А у нас патроны тают. Ну, патроны, кстати, у нас... Много. Отлично. Четыре единички. 37 часов. Ну что у нас? Сентябрь. Ой-ой-ой. Кстати, с этой стороны еще ни разу не наступали. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь там, теперь здесь. Ох ты, еще одна орда. Они точно забор сломают. И вышку сломают. Хреново, Гадя Петрович. Но забор тоже сломает, то не страшно. Я могу кирпичом его за... Кстати, кирпича у нас не так уж и уж... чтобы уж много, это факт. Здание хоть разбирается, не? Один... Один, один, два, то есть, и один. И тут фигачат, и там фигачат. Тут надо ворота ставить. Там все-таки в воротах 4 человека. А вышки... Ну, вышки тоже дело хорошее. Можно вышку так поставить, чтобы она была прям притык к забору. То есть... пока будет ломать забор, а потом еще пока вышку, они смогут большой дэмэдж нанести, особенно если у них будут патроны, автоматы, то есть, то там, ну, у нас пока автоматов, конечно, нет. Ё-моё. Ой-ой-ой, надо всех сюда гнать. Всех надо гнать сюда. Ничего не знаю. Не-не-не, вот сюда. Waiting orders. Давайте вот сюда, ребята. А где вход? Не знаю, где-то там. Они сейчас все сломают. Весь забор, к чертовой матери. Уже, можно сказать, сломали. Твою мать, они сейчас и все разберут. И еще?
вышки тоже сейчас будет хана. Стреляйте! Стреляйте, блин. Ты посмотри, что делается. Вот это, блядь. Где они там едут? Ну да, их далеко сильно всех отправил. Да вы едете там или... Какой пиш... Вы дурак... Ты вы серьезно, блядь, или что? Да, вот это я тупанул жестко. И что теперь делать? Сейчас их убьют. В дом они успеют забежать? Ой, сомневаюсь. А сюда нет смысла идти. Вот этот приехали, называется. А другая группа как там? Вы тоже пешком идете, да? Гениально, я вам так... Пока вы будете туда идти, уже нет смысла будет туда идти. Возвращайтесь к машине. А потом возвращайтесь вот... Не знаю, куда-нибудь. В центральное здание. Что я еще могу им сделать? Ну, это, блин, несерьезно. Ну, они не добегут туда. Принимать на улице бой. Их сейчас как минимум половину поубивает. Правда, у них 3 автомата. Может, прокатит. Фигачьте их, фигачьте в упор. Ну, стреляйте. Блять, идиоты. Давайте сюда. Ну да, они зашли с самой слабой точки. Слаботочки. Да я знаю, что билд из наротек. Подождите, блин. Они все нафиг там разнесли. Да. У нас камни, кстати, не так уж 41 остался. И мы здесь поставим ворота. Вот это все говно разбираем. Все решено. Разборка. Что у нас по строителям? Фермеров 7. Ах, вы ж супу, говорит, наелись. А эти где? Да вы, ну, серьезно, плохая погода с тучами. Ну ладно, машины уже едут. А почему туда? Алло. Вот вы, например, вы можете подъехать. Где вход в это здание? Вот сюда, хотя бы в столовку забеги. Во-во-во, давай сразу и в столовку. Отстреливайте всех, чертовой бабушки. Ты посмотри, еще идут. В соседнее здание, вот сюда бегите. Да идите в одно место. Бегите. Сюда. Сюда. Да, блядь, что за... Так где вы там, блядь, едете 3 километра? 33 километра. Что ты хочешь уничтожить? Поздоровайтесь. Не-не-не-не. Нам надо вот сюда. Да, блядь, Да что ж такое-то? Я опять их не выбрал. Сюда едьте, едьте, твою мать. Да вот... Давайте хоть куда-нибудь, твою мать. Я надеюсь, мы переживем это. Что-то мне кажется, что уже нет. Хотя вроде неплохо пошло. Отлично, отлично, отлично. Мы сейчас перебьем их всех. Здание продержится. Вот сюда еще надо будет добраться. Так, отлично, давайте. Вот вы, соседнее здание. Быстро.
кабанчиком метнулись. Не-не-не. Сюда. Отлично, со всех сторон. Сейчас их начнут фигать. О, отлично, мы выжили. Ура! Ну серьезно, капец. У нас очень мало групп. Ну, вас пока, конечно, погрызли. Но ничего страшного. Мы живем. Это самое главное. Машину давайте. Идите, заправьте ее. А сколько времени? 9 часов. А что никто... А, типа облачно, никто не работает. Зашибись. Давайте машину. Заправьте, разберите все. Вы можете ее починить сами? Наверное, нет. Кто-то идет. Может, рабочий все-таки починит один, не? А вот и нет, он говорит, да пошли вы, говорит. А нет, несет. Красавчик, давай, давай вашу машинку починим. Так. Не знаю, здесь, наверное, никого нету из-за того, что тучи. Тучи, 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 тучи. Блин, у нас дома внутри периметра не так их и много, на самом деле. Строительство один. Ты ремонтируешь машинку? Ну, что-то там делает. Ну, что-то делает, в общем. Пускай ремонтирует. Хорошо, а здесь что? Почему? Ну, блин, ну серьезно, ну почему никого нет? Постоянно вот то строители, ну ладно, строители там типа уходят, потому что им типа делать нечего. Тут же как бы можно объяснить, а почему... Тут один есть, один-один. Один-один? Ой, уже 52 минутки. Так, ну что ж, на этой нотке мы заканчиваем, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.